Сегодня каждый застрахованный гражданин в рамках системы обязательного медицинского страхования имеет право на прохождение диагностического обследования. Для этого существует определенный порядок предоставления данного вида услуг. По полису ОМС можно бесплатно пройти диагностику при наличии медицинских показаний, которые будет определять лечащий врач. Если человеку требуется какая-либо диагностика, а эту необходимость определит именно лечащий врач, то ему должно быть выдано соответствующее направление на то или иное диагностическое обследование. У каждого вида диагностического обследования существуют сроки, установленные территориальной программой Новосибирской области. Их можно найти на сайте страховой компании «РосНМС» в специальном разделе. Сроки ожидания в Новосибирской области составляют для врачей-терапевтов это 2 рабочих дня, для узких специалистов и диагностики 10 рабочих дней, для отдельных видов диагностики, таких как МРТ, либо компьютерная томография, это 30 рабочих дней. Что делать, если сроки нарушаются или же предлагается платно пройти диагностику, включенную в систему обязательного медицинского страхования? Срок ожидания будет исчисляться с момента выдачи направления человеку. Если эти сроки превышают допустимый норматив, то можно обратиться с этим вопросом к руководству медицинского учреждения, либо позвонить в свою страховую компанию или территориальный фонд ОМС. Можно воспользоваться телефонами бесплатной прямой линии со страховой компанией. Если пациент застрахован у нас, в РосНМС, он может в любое время круглосуточно позвонить в контактный центр 8 800 100 805. На проведение медицинской диагностики необходимо направление лечащего врача. Медицинская диагностика по собственному желанию, без показаний, не входит в систему обязательного медицинского страхования, является личным желанием гражданина и проводится на платной основе в выбранном медицинском учреждении.